Пельмени с черной икрой у нас уже были. Человек чуть сознание не потерял. Всем привет, дорогие друзья, и добро пожаловать на канал. С вами Руслан. И сегодня хочу поделиться с простым рецептом теста на вареники и пельмени, но максимально вкусным. Погнали! Так вот идет процесс подготовки к пельменям и вареникам. Привет всем подписчикам канала. Можешь сказать, кстати, комментарии по поводу моей кулинарии. Да, вот сегодня Русику помогаем. Не буду спойлерить, что мы будем дальше делать. Кулинария у Русика отличная, поэтому всегда стараемся оказать ему помощь. Блюда замечательные, разнообразие. Просто часто там, смотрю, попадаются вопросы по поводу того, там, не знаю, солянка, шницель. Ну, дело в том, что рабочий график, он напряженный, у Руслана нет своего собственного оператора. Ну, и погода плюс рабочие моменты не всегда позволяют делать видео. Вот даже картошечку помогаю чистить, потому что работы всегда очень много, друг другу помогаем. Да, вот так вот и работаем. Все друг другу помогают. Так, картошечка уже на варенике готова, с зажаркой из лучка. Так что просто праздник живота будет. Осталось подготовить фарш. И буду уже делать тесто и покажу вам рецепт. Стоп. А ты подписался? Вот такое количество людей смотрит мои видео без подписки. Спустись под видео, нажми кнопку подписаться. Вам не сложно, мне приятно. Погнали смотреть дальше. Для теста понадобится кефир, мука, яйца, растительное масло и соль. Все пропорции и ингредиенты я оставлю в описании. Важно, что яйца и кефир должны быть комнатной температуры. Смешиваем все сухие ингредиенты. Затем добавляю яйца, кефир, масло и ставлю вымешиваться. Должно получиться такое упругое и эластичное тесто. Не должно прилипать к рукам. Если оно прилипает, добавьте немного больше муки, но не сильно. Теперь я его буду формировать, заматываю в пленку и на полчаса в холодильник. Затем уже можно будет раскатывать и формировать пельмени и вареники. Так, процесс лепки идет полным ходом. Ты же, Русик, скажи о самом главном. Ты объясни, что если это видео наберет 100 тысяч лайков, в следующий раз мы экипажем приготовим... Что мы готовили? Так, пельмени с черной икрой у нас уже были. В следующий раз мы готовим пельмени с икрой белуги альбиноса и рисовые тефтели с мраморной говядиной. Ну да, этого еще не было, так что 100 тысяч лайков обязательно. Вот так вот проходят судовые будни. Чтобы не думали, что у нас здесь все плохо. Ну. Все, налепили вареники, пельмени, теперь можно готовить и подавать. Пельмени буду подавать одни с куриным бульоном, другие без. А вареники с присыпкой из зажаренного лучка и бекончиком. Прелесть. Так, зажарка с луковым беконом готова, пельмени с бульоном варятся, классические пельмени и вареники с картошкой.
Это уже человек чуть сознание не потерял. Дима, покажи на гушки. Вторая партия пошла. Друзья, вы давно просите от меня рецепт солянки. Давайте сделаем так. Покажите свою активность, поставьте 10 тысяч лайков под этим видео, и я запишу самый вкусный в мире рецепт сборной солянки. Договорились? Поставь лайк. Ну, делитесь. Все кончилось великолепно. Да впечатлениями, не вареника. Все, всем все нравится, особенно в такую погоду поесть пельмешек, вареников. Ну, а тут домашняя атмосфера. Ну, приятного. Спасибо. Присаживайся. Да, сейчас тоже буду насыпать и кушать. Хаус. Друзья, всем спасибо за просмотр. Не забывайте про лайк, подписку. С вами был Руслан. Готовьте со вкусом и до встречи в новом видео.